Всем привет, ребята, и вы на канале Алиния. Сегодня я вам покажу топ-15 крутых танцев ТДД-3. И эти танцы подойдут вам так и для видео, так и для вашего интро. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, вот наш первый танец, он называется вот так вот. Второй танец вот такой вот, это для одного тренда. Третий танец, он явно подходит для какого-то грозного тренда. Да и песня на фоне сама грозная. Четвертый танец, мне кажется, он идеально подойдет для какого-то коллаба. Пятый танец, но он тут явно подходит под тот самый тренд «Смотри, Пеппа, я умею крутить обувь». Или уже под тренд, который играет на фоне с этим танцем. Шестой танец, вот такой вот. И это первая версия такого танца. Седьмой танец, это как раз таки вторая версия танца. Называется вот так вот. Восьмой танец, название вы видите на экране. Девятый танец, танец для слишком крутых, мне кажется. Типа на кайфе. Десятый танец, прикольненький, можно тоже использовать для каких-то коллабчиков. Одиннадцатый танец. Мне, если честно, напоминает на какой-то зимний вайб. Можете тоже использовать. 12-й танец. Возможно, кто уже знает название этого танца, но для тех, кто искал, я его здесь оставлю. Тринадцатый танец. Такой немного забавный. Называется вот так вот. 14-й танец. Но тут нечего сказать, просто шикарно. Ну и последние два танца у нас, это танцы Blackpink. И этот первый танец называется Туру-Туру-Ту. Если неправильно произнесла, не бейте меня. Ну и последний второй танец называется How You Like That. Причем это мой любимый танец. В общем, ребята, вот такое вот видео получилось. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем удачи, и всем пока. До следующего видео.